Ну что, челлендж? Мертвая тишина от Алекс. Мне ДМО решил закинуть, чё бы нет. Пойду. Вы не думаете, что этот челлендж прям супер на рандом. Нет, не настолько рандомный, как кажется. Он супер рандомный. Нет. Так. Просто бежим. Мертвая тишина, не тот челлендж. Я сейчас, блин. Я не то сейчас сделал. О, здесь можно дверь открывать. Мне просто дали второй челлендж, где там за 8 минут дверь нельзя закрывать. Резон 2. Но это нереальный челлендж. Там сейчас тоже это мертвая тишина. Дед с улицы пришел. Имба. Открывай. Просто бежим. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Дед не спал. Бабка идет. Вот такое. Так средний идет на самом деле. Подвал. Фигово. Нет, она в ту дверь делала. Шла. Просто бежим. Нет, челлендж. Бежим. А сейчас просто ждем. Дождались. Блин. Ты глупешник сейчас был бы. Мне трындят. Все, я больше камней не могу иметь.
Сейчас чуть-чуть осталось. Паскутилку взять. Но мне 5 минут есть. Я должен. За 5 минут я должен успеть. Давай! Кто-нибудь. Надо вниз, чтобы они спустились или наверх. Так бабуль дверь открыла. Блин, дед спит, походу. А бабуля? Бабуля поднимается. Да, дед спал. Надо быстрее взять. Бери. Это лютый челлендж. Осталось не пошуметь. Мертвая тишина была пройдена. Изи. Бегай. Просто бежим. Да. Моя где-то, не знаю, 15-я попытка. Мертвая тишина. Да ну. Я чокнулся, что ли, это так быстро пройти? О, мертвая тишина сюда, изи.